Ладно, отличная игра, конечно же, из семейства Half-Life. Потомок, родной сын великого Half-Life. Ну, такое бывает, знаешь, великий, величайший родитель. Ну и сын очень даже ничего. Так что дальше, значит, что касается сути дела и так далее. Я бы ни за что не догадался, или догадывался бы еще очень долго. А что, его не могу, кстати, труп поднять? А где это я поднялся? А, по лестнице. Короче, я бы догадывался очень долго. Но суть вот в чем. Сейчас мы пройдем вот в эту дверь. Дальше мы идем вот сюда. Здесь у нас уже все зачищено. Так, вот эти ящики. Ящики. А почему, кстати, меня шибануло как-то странно? Я руку ушиб, что ли, о него? Не понял. Вот что такое? Почему я покраснел? И почему я не беру его пистолет? Мне интересно знать. В общем, сейчас смотри, сейчас покажу, в чем дело. В общем, дело в том, что тут надо одну фигню отстрелить. Вот здесь. Вот эту фигню надо отстрелить. Вот я не знаю, вот, вот сюда, что ли? Или, может быть, вот сюда. Блин, вот я смотрел, чувак там что-то отстреливал. И вот это все упало в итоге. Вот видишь, это вот на поводах. Может быть, может надо... Тихо. Может, провод отстрелить надо? Сейчас у меня все патроны кончатся. Нет. Нет. А, во. Вот сейчас это шибанет. Вот, это все обрушилось. И это вызовет тревогу. Вот. Теперь мы идем сюда. И теперь нас будут за эту тревогу поджаривать. 40 патронов. Понимаешь, вот как было догадаться? Я ума не привожу, как было догадаться. Ну, видишь, вот у меня этот. Еще и этот тут. Блин. И вот мне приходится выкручиваться одним пистолетом. Правда, я тебе скажу, что... Так, 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 всем ответить, да. Хорошо, ладно, первую волну мы отразили. Так, я так понимаю, надо идти дальше. Соответственно, идти сюда. Дальше просто не посмотрел. Куда идти? Ну, я думаю, сюда. Что-то тут, наверное, открыли. Блин.